Друзья, советую подписаться на канал Игоря Герасименко. Парень только что начал свой путь, и ему нужна поддержка. У него цель подтянуться 35 раз через 3 месяца, или он отдаст по $100 4 подписчикам. Подписывайтесь, друзья, ссылка будет в описании. Всем привет, друзья, это Стас, и он сегодня вам покажет, как сделать идеальную склепку. Поехали. Друзья, техника склепки очень простая. Но начнем с подводящих упражнений. Что же важно в этой технике? Это работа плечами в начале. Покажу на примере, потом расскажу. Мы берем небольшой раскач и работаем на инерцию. Уходим плечами вперед, назад нас уводит, автоматически поднимаются ноги. Теперь увеличиваем силу и подводим кончики ног к перекладине. Вот, неровная стопка получилась. В чем же суть? Объясню поэтапно. Беремся за перекладину. И первое, что нам нужно отработать, это подъем туловища. Повисаем на турнике, берем небольшой раскач. Уходим плечами вперед. Для этого напрягаем и предплечье, и сами плечи, и тащим свое тело вместе с движением по инерции вперед. После этого будет открыта возможность, вы ее почувствуете, откинуться сразу назад. В этот момент элемент будет сделан уже наполовину. Останется лишь взять толчок посильнее и поднести, обращу ваше внимание, кончики пальцев к перекладине. Никак иначе. Дальше переходим к изучению элемента на более сложном уровне. Это склепка почти что в идеальном варианте. Работа только руками. Покажу, а после расскажу. Так, в чем же суть этой склепки и как ее правильно научиться? Первым, что нужно выучить, это то, что нельзя ни в коем случае подтягиваться к турнику. Для тех, кто учит выход на две, частая проблема – это то, что они в момент, когда надо себя поднимать руками, не сгибая локти, они начинают подтягиваться, делая выход на две. Категорически нет, элемент не получится, ну и будет уродливым. Отрабатывайте движение дома, за столом где-нибудь. Привыкайте к прямым движениям рук. Иначе никак. После чего понадобится лишь только некоторое время на изучение этого элемента. У каждого по-своему. Интересный факт, что склепка у профессионалов делается практически без раскачки. Показать не смогу. Совсем не умеешь. Тебе нужно, чтобы научиться делать склепку, не сгибать тело, не сгибать руки, не сгибать ноги. И ни в коем случае себя не подтягивать. Итак, друзья, спасибо за внимание. Спасибо тебе также за то, что показал, как это выполнять. Я надеюсь, вам было понятно. У меня кисть болит, я сегодня не смог попробовать это. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем выпуске. Пока!